Компания Xiaomi известна в странах СНГ во многом благодаря смартфонам, однако мобильные устройства – одно из многих составляющих всех продуктов этой корпорации. Мы собрали 20 невероятных гаджетов от китайского гиганта Xiaomi, которые вышли в течение последних лет и наверняка заинтересуют многих. Отправляясь в туристический поход или на рыбалку, возьмите с собой бинокль от компании Xiaomi. Он поможет проложить маршрут, найти лучшее место для стоянки или понаблюдать за птицами и животными в дикой природе, не спугнув их. Девайс имеет качественную оптику с 8-кратным приближением и отличается герметичностью и устойчивостью к температурным перепадам, что позволяет использовать его в любых условиях. Xiaomi выпустила электрическую швабру для ленивых. Уборка станет более легкой, быстрой и непринужденной. Один проход, и ваш пол будет сиять чистотой. Досконально продуманная электромеханическая часть устройства с применением очень прочных материалов, весьма эффективных и надежных комплектующих, а также использование эргономичного и высокопродуктивного мотора с энергосберегающей и бесшумной технологиями, делают швабру от Xiaomi уникальной. Гораздо проще согреться, когда ноги находятся в тепле. А самый простой способ быстро согреть ноги – электрическая грелка Xiaomi. Она работает от любого источника питания с USB-разъемом и позаботится о том, чтобы ваши ноги всегда были в тепле. Благодаря ей вы в любое время сможете создать комфортную обстановку дома или на работе, позаботиться о своем здоровье, расслабиться и снять стресс в конце дня. Умный штопор от Xiaomi – это практичный и невероятно удобный девайс, с которым откупорить бутылку вина можно всего за несколько секунд, не прилагая при этом никаких особенных усилий. Он оснащен небольшим двигателем и на одном заряде способен открыть до 120 бутылок, поэтому пригодится не только дома на кухне. Современная поилка для животных от Xiaomi, которая утолит жажду ваших домашних питомцев. Просто наполните его контейнер водой, включите устройство, и можно спокойно идти на работу или прогулку. Безопасный пластик и практически полное отсутствие шума позволяют расположить паилку даже в спальне. Умная корзина для мусора от Xiaomi станет настоящим высокотехнологичным подарком, который сделает вашу жизнь комфортнее. Автоматическое открывание при приближении человека, упаковка заполненного мусорного пакета и герметичное его запаивание, установка нового пакета без привлечения человека, а также информативная индикация и подсветка. Кажется, будущее уже наступило. Керамические ножи от Xiaomi, разработка и производство которых осуществлялись с помощью краудфандинга. Ножи имеют эргономичную ручку, а также не требуют заточки. Форма и материал ручки позволяют безопасно удерживать нож даже жирными руками, а керамическое лезвие прошло специальную обработку, благодаря чему оно не теряет остроты. Xiaomi может удивить не только крутыми телефонами, а также разными вещами для сна. Эта крутая подушка удивит функциональной Эвалон наволочкой, которая защищает сам латекс от грязи, пыли и прочего. Эвалон не должна пропускать частицы больше 15 сотых. Затем следует одеть обычную хлопчатобумажную наволочку. Кстати, в комплекте две наволочки: одна тонкая постоянная, вторая сменная плотная, чтобы на ней спать, а другую можно стирать. Какую бритву вы используете для бритья? Ручную или электрическую? Ручную. А сколько лезвий на вашем бритвенном станке? 1, 3, 5? А как насчет 6? Ведь именно столько лезвий расположено на ручной бритве, которая входит в набор. Качество комплектующих бритвы выше всяких похвал. Лезвие бритвы изготавливается из стали Hitachi. На создание одной кассеты уходит около 30 различных производственных процедур. Умный чайник от Xiaomi – стильный и практичный гаджет для вашей кухни. Компактный чайник в стиле хай-тек поражает совершенством исполнения деталей и удобен при повседневном использовании. Указывайте температуру нагрева воды с помощью приложения «Умный дом» для вашего смартфона. Также вы можете задать температуру на определенный период времени. К примеру, в течение дня вам нужна теплая вода. До 12 часов этот чайник от Xiaomi может поддерживать заданную температуру воды. Умная крышка бидо для унитаза от Xiaomi позаботится о вашей ежедневной гигиене. Она самостоятельно подогревает воду до комфортной температуры и поддерживает стабильный напор при омывании. Подогреваемое сиденье позволит ощущать комфорт даже холодным зимним утром. Для поддержания чистоты в крышке используется система самоочистки, включающая промывание насадок и обработку ультрафиолетом, который уничтожает до 99% всех бактерий.
При использовании крышки в ночное время можно включить ночное освещение, которое поможет не беспокоить остальных членов семьи. Гигиена рук необходима для поддержания здоровья человека, поэтому заслуживает особого внимания, и Xiaomi это понимает. Дозатор оборудован инфракрасным датчиком и пенным микронасосом. Вам не придется прикасаться к дозатору, инфракрасный датчик среагирует через доли секунды. Xiaomi позаботилась об тишине, встроенный в мыльницу электродвигатель работает так тихо, что его можно использовать даже ночью. Он никому не помешает. Смарт-часы Xiaomi Amazfit Bip модель для занятия спортом, которая подходит для ежедневного использования. Сдержанный дизайн и обширный функционал позволяют надеть их и на пробежку, и на встречу с деловыми партнерами. Если кратко, то Xiaomi Amazfit Bip не боятся воды, считают шаги, пройденное расстояние и сожженные калории, пишут трек по данным с GPS. При этом управляются с экрана и через приложение на смартфоне. Беговые кроссовки от Xiaomi можно назвать умными благодаря наличию в подошве небольшого чипа, который умеет считать шаги и передавать данные на смартфон хозяина. Эти кроссовки – отличная альтернатива дорогим спортивным брендам беговой обуви. Они яркие, удобные и, конечно же, обладают полезными функциями для измерения качества тренировок. Складной электрический самокат от Xiaomi создан для комфортного использования на все 100% своих возможностей. Рама электрического самоката изготовлена из прочного авиационного алюминия, а его внутренние структуры защищены от влаги и пыли по стандарту IP54. При весе в 12,5 кг, электрический самокат способен выдерживать нагрузку до 100 кг. Управляющая система способна синхронизироваться с вашим смартфоном с помощью специального мобильного приложения. Благодаря этому вы сможете видеть актуальные данные о скорости движения, преодоленном расстоянии, уровне заряда батареи и так далее. Профессиональный Xiaomi Quadrocopter 4K позволит даже новичку очень легко управлять этим дроном благодаря специальному приложению. Теперь вы можете прокладывать маршруты, настраивать автоматические взлеты и посадки. Квадрокоптер подарит вам новый взгляд на мир с наиболее легким управлением. Встроенный чип позволяет рассчитать в режиме реального времени компенсацию движения в соответствии с отношением полета. Динамический трехосный бесщеточный двигатель вращается, чтобы держать камеру неподвижно во время съемки в 4К формате, контролируя возможные искажения. Xiaomi конструктор в виде автокрана выполнен в соотношении 1:16 и точно повторяет настоящее инженерное устройство благодаря большому количеству деталей и механических конструкций. В конструктор входят 720 деталей 125 различных категорий. Многие из них двигаются и вращаются. При этом все элементы идеально подогнаны, что обеспечивает надежную фиксацию и четкую работу всех механизмов. Из входящих в комплект деталей можно собрать две разные модели – строительный автокран или погрузчик. Причем оба они будут выполнять те же функции, что и их реальные прототипы. Смарт-мяч от Xiaomi будет интересен как для начинающих футболистов, так и для профессионала. Микрокомпьютер внутри этого гаджета позволяет отслеживать траекторию мяча, улучшая свою технику игры. Для обеспечения работы смарт-функции мяч Xiaomi оборудован модулем вычисления траектории в режиме реального времени. Модуль состоит из датчиков, которые непрерывно отслеживают траекторию полета мяча и микрокомпьютера для обработки полученных данных. Мобильное приложение разработано специально для мяча Xiaomi. Для начинающих футболистов станет незаменимо, помогая изучить технику и игры, анализировать свои результаты и отслеживать прогресс. Приложение будет вашим личным тренером, предложив 14 программ тренировок, разделенных на 3 уровня сложности, которые вы сможете проходить постепенно. Также приложение позволяет сохранять данные в облачном хранилище и делиться своими достижениями в социальных сетях. Пожалуй, самым необычным и действительно интересным гаджетом от Xiaomi является X-Print – карманный принтер, печатающий фотографии с дополненной реальностью. Устройство соединяется со смартфоном через специальное приложение. Оно во время съемки записывает несколько сотен миллисекунд до и после затвора камеры, а затем воспроизводит отснятое видео на самой фотографии в дополненной реальности. IKS Print – просто хороший принтер для смартфона, печатающий фотографии 54×84 мм с разрешением 291×294 пикселей. Компания Xiaomi
продолжает революцию в мире электротранспорта. И на этот раз она представила электрические роликовые коньки, которые по своим возможностям не уступают гироскутерам, а по некоторым параметрам даже превосходят их. Как и в других аналогичных устройствах, здесь заложен принцип самобалансировки. Поэтому научиться кататься на электрических роликах не сложнее, чем освоить технику катания на моноколесе. Для того, чтобы начать движение, необходимо просто встать на платформу и немного наклониться вперед. Соответственно, для остановки корпус подается слегка назад. При этом инженеры Xiaomi предусмотрели и возможность экстренной остановки, когда райдер просто спрыгивает с роликов. В этом случае устройство автоматически останавливается. Данная процедура абсолютно безопасная, ведь во время движения ступни ног ничем не фиксируются, а максимальная скорость электророликов от Xiaomi не превышает 12 км в час.